Привет, определим, победитель в акции от интернет-магазина «Небесный фонарик» «Фонарик в небо». В этой акции приняло участие 2048 человек. Они разместились на 26 страницах. Это мы вводим на независимый сайт федерации чиселрандом.орг. Получаем результат 14. Открываем 14 страницу. Видим здесь участников от номера 1041. До участников под номером 1120. Получаем результат 1119. Находим этого человека, проверяем критерии акции. Друзей больше чем 50. Фотографии должны быть не менее 3. Сейчас загрузится фотография. Так, всего 2 фотографии, этого недостаточно. Отмеченных фотографий также нету, поэтому мы находим другого участника. 26 страниц. Страница номер 9. Открываем вот страницу, здесь видим участника под номер 641. До участника под номером 720. Получаем результат 685. Проверяем критерии. Друзей больше чем 50. Фотографии. Пока что я увидел только 2 фотографии. Так, вот 3-я, 4-я. Так, фотографии есть, поэтому смотрим, есть ли запись на стене. Запись мы ищем до даты начала акции. Мы ее не пропустим. Так, вот запись. Смотрим, вступила ли Раиса в группу спонсора. Да, Райс вступил в эту группу, поэтому она является победителем этой акции, с чем я ее поздравляю. Прошу обратиться к Виктору Бабицкому, администратору сайта, по экзамену, он объяснит, как получить приз. Удачи всем, спасибо, пока.